Все, прошу, Наташа. Здравствуйте, друзья. Ой, спасибо. Меня зовут Наталья Грихина, я руководитель направления Bittrex24. Сегодня я вам представлю новую программу, новую партнерскую программу для облака. Сразу отмечу, что она действует в дополнение к основной программе. Там ничего не меняется в этой основной программе. Все ваши скидки, когда вы продаете Bittrex24 клиенту напрямую, они такие же, они сохраняются. Это именно новое, это новая возможность. Ну, мы ее уже немножечко про нее говорили. Я расскажу об изменениях. Возможность вам дополнительно заработать на Bittrex24. Я попрошу помочь моего вот этого виртуального персонажа, помочь мне сегодня с презентацией. Это Федор, познакомьтесь, ему 29 лет. Он обожает велоспорт, обожает пиццу, правда, корнишоны иногда из нее выковыривает. Он мне сегодня будет помогать. Как-то Федор, сейчас, секундочку, пришел к нам и сказал, что хочет быть нашим аффилиатом. Он долго изучал условия, долго собирал документы и как-то сказал нам, а можно сначала стулья, а потом деньги, как в известном фильме? Утром деньги, днем стулья, днем деньги, вечером стулья, вечером деньги, ночью стулья, ночью деньги, утром стулья. Ну все, ясно, ясно. А можно так? Утром стулья, а днем деньги. Можно. На деньги вперед! Ведь зачастую так и происходит. И у нас тоже поначалу мы работали по похожей схеме. Сначала оформляется договор, сначала все юридические нюансы, и только потом вы начинаете работать. Очень много из вас прислали нам свои пожелания, как улучшить эту схему, за что вам, конечно, большое спасибо. Мы все проанализировали, и теперь представляем вам абсолютно другой сценарий. Вот представьте, если бы герои Ильфа и Петрова могли сначала забрать все стулья, найти бриллианты и только после этого отдать деньги, чтобы было тогда. Вот мы постарались сделать так, чтобы вы сначала поняли, что вам это выгодно, и только после этого приступили к оформлению договора. Вот наша упрощенная схема очередная. Надеюсь, что она действительно упрощенная. Как происходит сейчас? Сейчас все просто. Вы заходите на сайт partnersbittrex24.ru, авторизуетесь с вашим партнерским логином, который у вас уже есть, и все, вам не нужно ничего подтверждать, у вас уже есть ваша реферальная ссылка, вы ее размещаете, вы ее отдаете там своим клиентам, размещаете на сайте, по ней к вам привязываются клиенты Bittrex24, если они регистрируются. Вам начисляются бонусы, если клиент становится активным, либо становится платным. Они все сохраняются, бонусы — это ваше вознаграждение. Если вы решите, что вам это выгодно, все накопленные за это время бонусы вы сможете конвертировать в деньги после того, как подпишете договор. Вот мы как раз в этой точке находим бриллианты, смотрим, выгодно нам это или нет. Как это работает? В своем личном кабинете на этом сайте вы получаете реферальную ссылку. Вот это — это ваш ID, ID партнера, который у вас у каждого есть, он у вас, вы его знаете. Вы размещаете эту ссылку на своем сайте, готовите лендинги, размещаете ее в контекстной рекламе, которую даете от себя, в соцсетях, отправляете в письмах ваших клиентов. И каждый клиент, который перейдет по этой ссылке и зарегистрирует свой Bittrex24, он будет зафиксирован за вами. Как только этот клиент станет активным, либо этот клиент купит Bittrex24 и заплатит нам, вы получите свое вознаграждение. Есть еще один вариант, еще один способ, он больше подходит для офлайна. Как вот сейчас Светлана рассказывала, как выгодно проводить семинары, так вот на этих семинарах вы тоже можете привязывать клиентов. Вы в своем личном кабинете, опять же, создаете себе промокод. Вот это ваше название компании, оно меняется в карточке партнера. То есть я знаю, что есть компании, у которых очень длинное название, вот вы его можете поменять. И вторая часть — это любое слово, которое вы запомните, которое вы придумаете, которое будет вам как бы маркировать ваш семинар, чтобы вы понимали, откуда пришел клиент.
Размещайте на слайдах, в презентациях, добавляйте этот код в листовки, на визитки, на сувенирки. Что дает этот код вашему клиенту? Зачем клиенту использовать этот промокод? Вы выбираете, когда создаете его, что он будет давать. Это бонус. Это бонус на дополнительное место в облаке, либо на 12 пользователей на определенный период. Сам период вы сами выбираете, когда создаете купон. Клиент, создавая новый Bittrex24, получает этот бонус, то есть ему как бы подарок вы даете, а по этому коду, если клиент его применит, он закрепляется за вами. Для того, чтобы поощрить партнеров, которые хотят зарабатывать больше, мы придумали несколько уровней. Их 3 сейчас. Переход между уровнями определяется количеством баллов, которые вы набираете. Баллы — это все те же самые баллы, которые вы, с которыми вы работаете в основной партнерской программе. То есть вы прекрасно знаете, что это такое, но они начисляются здесь именно за клиентов, которые пришли вот по этой, по аффилиатке. Для того, чтобы перейти на первый уровень, нужно 15 баллов, на второй 60 и на третий 120. Чем вообще отличаются уровни? Здесь я как раз попрошу помощи Федора. Федор стал нашим аффилиатом, перешел на первый уровень, и у него появился первый платный клиент. С первого платежа этого клиента он получает 20%. Ну, вот тут в нашем примере это 6000 рублей. Клиент купил тариф «Команда» на полгода. Он получил 6000 рублей, не знаю, купил себе дрон. Перейдя на второй уровень, с платежа нового клиента, то есть с первого платежа нового клиента своего, он получает уже 35%. Да? Это уже 40 тысяч рублей. Это уже не дрон, это скорее уже, не знаю, Apple Watch. А на третьем уровне он получает уже половину от платежа клиента. Это 50%. Надо, предположим, 200 тысяч заработал. Но это еще не все. Со всех продлений этих клиентов в течение 3 лет с момента регистрации клиентов Bittrex24 мы также еще выплачиваем 20%, независимо уже от уровня. Кроме того, как только компания становится активной, вы получаете 100 рублей за каждую компанию. Давайте разберем всю схему уже в деньгах на конкретных примерах. Здесь пример. Вы на третьем уровне, и у вас приходит платный клиент. Он покупает тариф компании на полгода. Вы с его первого платежа получаете 50%, 28 тысяч. И с продлений в течение 3 лет 20%, там 11 тысяч. То есть за все время с этого клиента вы можете получить 85 тысяч рублей. Мы посмотрели статистику по тем компаниям, которые уже являются нашими аффилиатами. И в среднем партнер привлекает где-то 3 новых платных клиента в месяц. То есть за год, если посчитать, что компания только начинает, да, за год он может заработать около 1 000 000 рублей. А что будет, если привлекать платных клиентов больше, например, 5 в месяц, и сохранять этот темп? Тогда доход уже может увеличиться до 2 000 000 рублей в год. По-моему, неплохо. Да? Такой дополнительный заработок. Давайте вернемся к нашей упрощенной схеме. Мы сейчас находимся в этой точке. То есть разместили ссылку, начали привлекать клиентов, смотрим на результат. Если количество бонусов, а это, собственно, ваши рубли будущие, вас устраивает, если вы понимаете, что вам это выгодно, вы все оценили риски и решаетесь участвовать в программе, только после этого вы подписываете договор, чтобы уже забрать свои деньги. Здесь мы тоже постарались упростить процесс. Теперь для того, чтобы проверить вашу компанию, нам от вас нужно всего несколько документов, копий. Это все те документы, которые и так уже есть в компании, поэтому дополнительно сейчас собирать ничего не нужно. Отправить вы их можете нам обычной почтой, бумажные экземпляры, либо по электронному документообороту, если вы работаете с цифровой подписью. Программа сейчас действует для ИП юридических лиц, пока только в России, но мы стараемся подключить другие страны. Итак, это выгодно. Вы привлекаете клиентов, мы выплачиваем вам вознаграждение, даже если клиент платит нам. Это быстро и понятно. Вы сначала оцениваете потенциал, понимаете, нужно вам это или нет, только после этого оформляете договор.
это просто и прозрачно. Все начисления за клиентов вы видите в своих личных кабинетах. За кого начислено, что он активный, если он на бесплатном тарифе, за кого, с чьих оплат вам начислено вознаграждение, вы все это видите у себя. Ну, кроме того, с помощью промокодов вы еще и дарите подарки своим клиентам. Мы даем вам полностью готовые материалы для размещения на вашем сайте, материалы по Bittrex24, готовые презентации, готовые видеоролики, макеты листовок. И будем стараться расширять список рекомендаций, стараться помогать вам продвигать Bittrex24 с помощью этой программы. Ну, вообще, вы узнаете, работает это для вас или нет, только когда сами попробуете. Поэтому регистрируйтесь прямо сейчас. Здесь интернет, по-моему, хороший в этот раз. Заходите, partners.bittrex24.ru. Все, что вам нужно, чтобы начать работать, это зайти на сайт и авторизоваться с вашим логином, который у вас уже есть. Замечу, что до 30 июня для вас, для всех наших партнеров действует спецпредложение. Вы попадаете сразу же на первый уровень. Большое спасибо. На вопросы время есть? Задавайте. Напомню, что те, кто в онлайне, могут задавать вопросы в онлайн-трансляции. Наташа. Здравствуйте, Жаурова Марина. Хотелось бы, знаете, как, с какой стороны посмотреть на продукт? Ну, зачем мне это нужно, да, если я продала Корпортал и получила завтра 100 тысяч? Это я объясню. Например, у вас есть клиенты, которых вы привлекаете. Например, вы провели семинар. Ну, двое к вам обратились за корпоративным порталом, а все остальные, это же вы привлекли их, а остальные просто пошли, набрали в Google Bittrex24, поставили, зарегистрировались. Вы не хотите с них тоже денег получать? Ну, так я их, ну, я им всем продам. Корпоративный портал, но если вы всем участникам семинара продадите корпоративный портал, тогда вам это выгоднее, да. Вообще здорово, что есть новая программа, мы ее сами уже опробовали. Слышно? О. Вообще здорово, что программу поменяли, мы уже опробовали на последнем федеральном семинаре, то есть у нас был федеральный семинар, как раз, как вы говорите, да, пришли, у нас в зале регистрировались, мы видели, но мы, ну, там двое-трое, кто потом с нами сконтактировал, мы их к себе в личном кабинете, да, присоединили. Клиентов теряли. Сейчас здорово. Был последний федеральный семинар, мы прям видим поток, мы видим люди, как пришли. Что хотелось еще, да, чтобы вы добавили. Сейчас два личных кабинета, старый и новый. В новом кабинете вы не отображаете количество активных пользователей. Вы не отображаете последнюю активность. В старом это есть, в новом нет. Перенесите, пожалуйста. В новом не показываются активные пользователи? Нет. Проверим, сколько активных, прошу. Сколько сейчас там пользователей зарегистрированных в этом аккаунте работает. И если есть еще регистрационные данные, которые вы можете показать, покажите нам, чтобы мы могли с ними работать, идентифицировать компанию и продолжать с ними работать. Потому что если регистрируются по промокоду, либо по реферу, да, не всегда по имейлу там, либо по названию можно понять вообще, что за компания. Мы же при регистрации больше данных не берем с клиента. Ну, только да, название компании и имейл, чтобы упростить форму регистрации именно, чтобы быстрее этот процесс шел. Может быть, в дальнейшем какую-то, да, как рекомендацию, какие-то данные заполните компании, чтобы были. Чтобы мы могли, ну, с ними, давайте после доклада, после докладов, да, обсудим в кулуаре. Я понимаю, что это нужно, обсудим. Привет, спасибо большое за обновленную партнерскую программу по Bittrex24. Такой вопрос. Вы, наверное, сами внутри считали экономику и хотите, чтобы она сходилась. Вот вся эта программа, она больше похожа уже на такой мягкий план продаж, который двигает всех нас, партнеров, в нужное вам русло. Вы не показали на слайдах у себя хотя бы пару слайдов с экономикой для ИП. Когда ИП стоит уже задумываться о договорах и о юридической части. Но в самой программе вы говорите, да, конечно, ИП, приходите. Можно это как-то посмотреть, увидеть? Ну, хотя тут, конечно, все партнеры могут сами посчитать в Excel, когда вот будет удобно. Но хотелось бы увидеть это от вас, как от вендора, потому что вы же предлагаете всем начать ей пользоваться. Бизнес-план готовый для ИП выпустить. Постараемся просчитать это.
пожелание такое вот в части развития. Все-таки там, где реферальная ссылка, включить возможность партнерам добавлять код для отслеживания каналов. То есть мы сейчас не можем оценить, какой канал дает результат, какой нет. То есть они по реф-ссылке все в одну кучу приходят. Мы подумаем, интересное предложение, да. Это есть, вы можете в карточке партнера посмотреть пример, что у вас идет реф-ссылка, там, вопрос P равно там ваш ID, вы можете добавить end P1 равно там, например, блок, или равно там, например, и в статистику ваш рефер попадет, вы там есть ячейка, вы увидите, откуда пришел ваш клиент. Пожалуйста, вопрос еще. Максим Богомолов, компания Adobe Design. Такой вопрос, если я... Клиент зарегистрировался в рамках этой программы, предположим, по промокоду, а через год я ему сам продал продление еще на год. Что произойдет в этом случае с программой? То есть я получил за него деньги на следующий год. Если платите, будет ли вы... 20%? Нет. Но я активирую сам купон уже... на этого клиента. Но вы же ему продаете от себя. Он же не нам платит деньги. Мы выплачиваем вознаграждение только если клиент платит нам. Окей, а на второй год он уже платит вам тогда... как бы я получу эти 20%. Или он снимается с этой программы и уже переходит в категорию основной программы. Мы же как раз с тобой говорили, что неважно, даже если продали напрямую сами, мы его потом аффилиатом все равно должны считать. Нужно высчитать вот этот срок, не прошло ли там 3 года? Нет, просто мы его как аффилиата в том числе зачисляем. Нам важно, что главное, чтобы вы продажу сделали первую. Мы его потом по аффилиатской должны вам отчислять будем. То есть в любом случае, даже если я потом купил ключ и активировал для него в своем партнерском кабинете. Не, если вы деньги получили, то мы вам не дадим больше, чем вы. Это вот на второй год, а на третий год он уже сам купил. А если на третий год сам, сейчас речь все-таки про облако. Если это уже коробка, вы про ключ говорите. Нет, почему? Я не про коробку, я про облако. Я могу купить. Ну смотри, первый раз они продали, а потом клиент сам стал продлеваться. А мы ему по аффилиатке будем начислять. Нам какая разница, как он пришел или приобрел? И сразу второй вопрос. Если я делаю продажу сам... но хочу попасть в эту программу. Каким образом? То есть мне надо ключ купить или клиента по какой-то ссылке провести? То есть он должен сам зарегистрироваться по моей реферальной ссылке? Нет, а зачем вам в эту программу, если вы продаете клиенту напрямую? Не, почему? Все правильно. Нужно. А второй, третий год они покупают напрямую. Да, я, предположим, не уверен, что через год они... придут ко мне, вспомнят сильно самостоятельно. То есть мы их подпишем на аффилиатку и будем считать. Окей. Согласуем отдельно. Программа еще позволяет снять страхи по передаче лицензий. Вот вы покупаете, нам потом передаете документы, а давайте-ка мы ее оприходуем на склад, эту лицензию. Вот это все, я так думаю. Но если продлит другой партнер, это его тапки уже. Понимаете, в общем, да? Если клиент сам, мы считаем, что это ваш аффилиат. Если продлил другой партнер, это другого партнера. В общем, нюансы надо на форуме обсуждать. Это не нюансы, это так получится. Ну, кто деньги получил? Давайте обсудим в кулуарах. Можно еще один вопрос с коммуникациями? У нас есть несколько решений для маркетплейса, для Bittrex24. Соответственно, люди их устанавливают, и мы понимаем, что нужна консультация, то есть по большому счету продажа, чтобы они перешли на платный тариф. То есть они поставили там триал, да, но реально не могут пользоваться. У нас, как у партнера, есть только один вариант, собственно говоря, написать им email. Практика показала, вот модуль KPI установил там 70 человек, ну все 70 компаний, я имею в виду, пытались выйти с ними на коммуникацию, достучались только до одной компании. Есть ли возможность дать нам какие-то инструменты выходить напрямую на конечного пользователя, чтобы попытаться помочь ему настроить что-то? Ну, в своем можно что-то плане. Внутри придумать, через в интерфейсе. Да. Хороший вопрос, подумаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Наталья.